Дорогие друзья, всем привет! С вами передача «Покашеварь». Сегодня я вам покажу, как приготовить азиатский стир-фрай с вешенками и морковкой. А стир-фрай означает всего лишь быстрый способ обработки продукта. Вообще, конечно, классический стир-фрай готовится в специальной сковородке под названием «вок», но в домашних условиях «вок», возможно, не у всех есть, поэтому вы можете воспользоваться обычной чугунной сковородкой. А если ее нет, то сделайте просто в обычной сковородке, которая у вас есть. Для приготовления стир-фрай с вешенками и морковкой нам нужно следующие ингредиенты. Немного вешенок и морковка. Корень имбиря свежий. Нам потребуется совсем немного. Растительное масло где-то 2 столовые ложки. Столовая ложка рисового уксуса. 2 столовые ложки соевого соуса. 2 зубчика чесночка. 2 стебля зеленого лука. Еще факультативно можно использовать кунжутное масло. Оно, в принципе, используется в азиатской кухне. Но если у вас его нет, то ничего страшного. Итак, давайте начнем готовить стир-фрай. Вешенки чистим и нарезаем полосками. Очищенную морковку нарезаем поперек где-то длиной 5 сантиметров. И потом каждый кусочек разрезаем вдоль на пластинке толщиной 3 миллиметра. И теперь из пластинок делаем тонкую соломку. Очищенный чеснок и имбирь мелко рубим. Зеленый лук нарезаем по диагонали перышками. Разогрейте вашу сковородку или вок на очень сильном огне, добавьте растительное масло и прогрейте его хорошенько. Положите чеснок и имбирь и жарьте 1 минуту, постоянно помешивая. Добавьте морковь и опять-таки постоянно помешивая, жарьте еще 2 минуты. Добавляем вешенки и жарим еще 3 минуты, друзья. Вливаем соевый соус и рисовый уксус и жарим опять 1 минуту. Добавляем зеленый лук, кунжутное масло, все перемешиваем и снимаем с огня. И наш стир-фрай с вешенками и морковкой готов. Не забывайте подписываться на канал, ставьте пальцы вверх и комментируйте видео. Я люблю читать комментарии ваши. Приятного вам аппетита, друзья! С вами была передача «Покашеварим». Всем пока! До новых встреч!